Всех приветствую на своем канале «Просто обо всем». Рубрика «Улица Саратова», улица Тархова, Сергея Федоровича. Нюансы данной улицы. Сейчас едем от начала улицы Тархова. С правой стороны будет на столбе фото-видеофиксации радар. Вот сейчас проезжаем, будьте внимательны. Ограничение скорости снимать. Дальше вот небольшой подъемчик, после этого будет, в принципе, которые стоят и смотрят, как вот здесь вот следующий пешеходный переход, пропускаем людей. То есть вот видите пешеходный переход, а вот здесь вот они иногда стоят и контролируют данный пешеходный переход. Их потому что вот смотрите, здесь очень много на данной улице. Дорога в обе стороны. По три полосы в Ленинском районе. Спальный район. Будьте очень внимательны. Светофоров мало. Вот здесь вот перекресток. Ну, кольцо можно назвать уже не перекресток. Улица Перспективная. Проезжаем. И начинается поселок Солнечный Ленинского района. Да, забыл. В начале, когда с проспекта Строителей заворачиваете на Тархова, тоже пропускайте пешехода, потому что сразу же за поворотом всегда стоят инспектора и смотрят на данное нарушение, фиксируют его. Ну, вот начался вот как раз вот начало поселка Солнечного. Историю улицы Тархова Сергея Федоровича. Кто такой Сергей Федорович Тархов, и смотрите в описании. Там историю из открытых источников в интернете взял. Прочитайте, кому интересно. Здесь вот пешеходный переход поликлиники. Будьте внимательны, пропускайте, потому что и маленькие, и больные, и старенькие передвигаются. Также вот рынок Солнечный. Очень много народу. Следующий перекресток, улица Чехова. Здесь как раз светофор имеется. Здесь участок дороги, почему-то все прибавляют скорость. А на конце данного участка как раз пешеходный переход нерегулируемый. И там стоят всегда инспектора, за этим следят. Вот с правой стороны мы проезжаем ФОК, Ледовый дворец Кристаллик детский. Вот пешеходный переход, и вот здесь вот они с левой стороны и всегда стоят на пятачке. Вот проезжаем кольцо Топольчанского, улица Топольчанская, и попадаем в поселок Солнечный 2. Это уже Кировский район города Саратова. Да, протяженность улицы Тархова примерно около 7 километров, широкая. В Кировском районе вот новый поселок, она двухполосная в обе стороны. Вот проезжаем магазин, и здесь вот будьте внимательны, вот с правой стороны, как едем и по ходу, будет тренога, радар, ограничение скорости фиксирует, переносная, вот как раз спрячется ее за вот этим отбойником. И также на той стороне, то есть снимает спину. Если вот поставите стоп-кадр, то вот увидите, сейчас вот проехали. Ну, видите, что строится здесь дворец спорта. Следующий вот проезжаем, видим, это дворец водных видов спорта. И пока на этом заканчивается поселок Солнечный 2. Что слева, что справа, это бывшие поля НИИ Юго-Востока.
И дорога эта упирается в Т-образный перекресток. Увидите знак поселка Юбилейный, направо пойдет, и на кирпичный завод налево. Если налево и с разворотом, то опять же попадаете, будете возвращаться в поселок Солнечный, Тарху. То есть она заканчивается на данном перекрестке Т-образном. Не забывайте о скоростном режиме. Это все-таки еще черта города. Некоторые забывают и здесь прибавляют скорость. Снималось это все 5 июня 2020 года. Монтировал. Делал. То есть вот затянулось. Сейчас сегодня 19 июня 2020 года. Чтобы вы знали, какой диапазон времени прошел, что может изменилось уже. Ну вот подъезжаем как раз, заканчивается дорога. Там тоже будут знаки. В конце видеосюжета будет скриншот как раз карты данного участка улицы Тархова. Будьте внимательны, осторожны, берегите себя. Всем пока-пока, до новых встреч. Спасибо за просмотр.